Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Мы стоим около моих дынь. С дынями они сильно заросли, прямо не понять, что и где. Цветов не вижу на завязях, поэтому решила их прорядить. Так, оставляю. Вот смотрите, да, мы добивались пасанков третьего порядка. То есть прищипнули ствол, и потом у нас пошли побеги. 3-4 побега я оставляла. Вот здесь вот 3, здесь 2, здесь тоже 2, здесь 2. Я уже немножко вырезала. Что я делаю? Что я убираю? То есть вот идет пасынок третьего порядка. Вот он пошел. Третий пасынок. То есть на пасынке еще один пасынок. Вот он пошел, пошел, пошел. И на нем есть дынька. Вот она. Вот такой можно оставить. Ждем ее цветения, чтобы потом опылить. А вот есть пасынок, который вот пошел, пошел, пошел. И так и ничего нету. И тут непонятно что. Ничего не видно. Я вообще ножницами это делаю. Ну вот раз, убрала. Оставляю только там, где есть подобие дыньки. Вот здесь похожее что-то. Вот некоторые я даже прищипнула, чтобы дальше загущенности не было, да. Вот пасынок третьего порядка, вот он пошел от стволика. То есть вот это первый пасынок, а это уже на нем второй пасынок. Пасынки третьего порядка называется. Вот на нем дынька, видите? Оставляю. Вот этот прищипнула. Вот дынька. И чтобы он дальше не рос, прищипнула. И жду ее цветения. Уже есть пустоцвет, которому опылять. Но еще ни одна не цветет. Не цветет еще. В общем, удаляю. Прореживаю. Всякие вот маленькие ненужные, которые там, когда там дорастут они. Лето короткое. Ну, вот это можно еще оставить. Дальше уже даже не знаю. Ну, пока вот эти маленькие оставлю, вдруг там совсем ничего не завяжется. Пока оставлю. В общем, надо прорядить, дать силы, толчок, чтобы вот эти дыньки у нас зацвели и пошли в рост. Пообрезала немножко. Все, всем пока.